родился в Москве. Но я ничего не помню о тех временах. Когда старый мир сгинул в пламени атомного пожара, я был совсем еще маленьким. Из 10 миллионов жителей Москвы спаслись только 40 тысяч. Среди них был и я. Выжившие укрылись на станциях московского метро. С тех пор прошло 20 лет. Но Земля так и не стала пригодной для обитания. Лишь немногие отваживаются подняться на поверхность. Метро стало нашим единственным домом, нашим последним пристанищем. В его туннелях властвуют кошмарные чудовища. Но станции мы превратили в крепости и держим оборону до последнего. До недавнего времени мы хранили надежду, что однажды сможем вернуться наверх. Но появилась новая страшная угроза, и само выживание человечества оказалось под вопросом. Метро 2033. Итак, ну что ж, всем привет. С вами снова Dark Space 196. Михаил. Сейчас или никогда. Это мое, в общем-то, начало нового хардкорного прохождения, которое я решил начать записывать после того, как запишу полностью прохождение по Battlefield 3. И оно, в общем-то, на данный момент готово. Осталось только-то где-то к концу недели выложить 3 серии еще последних. И, в общем-то, со следующей недели я начну выкладывать метро 2033 прохождение по этой игре. Решил, в общем-то, я по этой игре сделал прохождение еще раз. Ну, потому что, в общем-то, один пользователь попросил меня об этом, написал в комментарии к одной серии Сталкера, День Чернобыля, как раз хардкорное прохождение на мастере. Я этим самым решил сделать тоже хардкорное прохождение по игре метро 2033. Также, наверное, будет и по Metro Last Light, думаю, точно. Там дополнением, по дополнениям к этой игре тоже. Там дополнений будет немало. Достаточно интересных таких сюжетных именно. Одиночной кампании. По-моему, мультиплеер даже, наверное, замечается. И, в общем, по этой игре я сделать решил такое прохождение хардкорное на самом максимальном уровне сложности. Так-то, в общем-то, всего там 3 уровня сложности имеется. Но благодаря одному паку, называется он Ranger пак, там добавляется еще 2 уровня сложности новых. Это Сталкер легко и, по-моему, Сталкер хардкор. И вот на Сталкере хардкор я буду как раз проходить. Также будем, в общем-то, атмосферные моменты все показывать. В общем, атмосферное прохождение будет, попытаюсь сделать. В общем-то, оказывать все нычки там. Сталкер будем искать, в общем-то. И на хорошую концовку пройдем тоже. Как и Metro 2033, так и Metro Last Light. В прошлом прохождении, точнее, летсплея у меня такого не получилось. И, в общем, сейчас вот обязательно такое прохождение сделаю. Более такое опытное, чем в предыдущий раз, когда я сделал летсплей по этим двум играм. И, конечно, помню, я еще таки, помню, в таком же уровне сложности уже кто-то проходил. Я помню, один пользователь, забыл, как его зовут, в общем-то, какой у него ник. Смотрел как раз у него прохождение. Так, ну ладно. Что-то я не удивлен. Ну да, что-то ты не удивлен, конечно. Я уже немножко вот попробовал игру, пока она идет. Все более нормально идет, так что проблем, думаю, не будет. В общем, с настройками звука здесь пошаманил. На самом минимум поставил. Меньше даже уже нельзя ставить. Вообще будет не слышно. Звук игры. Так, здесь тоже все более-менее настроил. Субтитры поставил. Так, на всякий случай, хотя русская озвучка здесь по самому более-менее такая хорошая, более-менее неплохая. Ну, бывает, конечно, похуже озвучки в некоторых играх наших. На нас в России, которые здесь. Так, ну а настройки более-менее все настроил. Посмотрел. Чтобы не путаться в настройках, видео тоже здесь немножко поменял, кое-что. Ну что ж, в общем-то, думаем, сможем сейчас начать игру ходить. Новую.
Так, ну давайте, да, продолжим. Вот, в общем-то, 5 уровней сложности. Играл, я помню, в прошлый раз на нормальном, вот на среднем. Вот этот раз будем проходить на самом максимальном, в сталкере хардкоре. У меня выбран как раз. Так, внимание, вы собираетесь начать новую игру Метро 2033 в режиме сталкер хардкор. Этот режим обеспечивает максимальную сложность и рекомендуется для опытных игроков. Для создания более интенсивной и реалистичной атмосферы, это атмосфера, первая красопечатка. В режиме выживания хардкор отсутствует игровой интерфейс, подсказки и прицел. Чтобы узнать о количестве амуниции, вам необходимо посмотреть на ваши часы. Это у нас кнопка Е, по-моему, на клавиатуре. Количество боеприпасов ограничено, а урон от врагов значительно сильнее. Ты не сможешь выжить. Посмотрим, рискнем. Сможем его, конечно, выжить. Начинаем. Пролог. В туннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Ну что ж, начинаем. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Ну да, кто бы мог знать. Держись! Опа! Поймал. Чтобы подняться, высота, конечно, такая больше. Нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Но он бы пострадал, конечно. Не помехило. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Так, это у нас вообще не работает, не открывается. Даже наушники у нас остались. Только никого же здесь нету. Давно все пустует. Так, а что там? Не успело, что ли? Так, открывай, ладно. Открывай ворота, я прикрою. Открываем, открываем. Мельник. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Ну да. Мельник здесь, конечно, выглядит более такой, не знаю, обычный человек. А Метро Лос-Сайт, он там вообще какой-то брутальный такой. Шварценеггер. Как Крис изменился так же. Шебурши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Так, берем фильтры, если они очень сильно нужны. Так, это оружие пока брать не буду. Оставлю свое. Готов, Артём? За мной. Патрончики здесь вот лежат. Перезаряжаем. Хотя, не знаю, перезаряжать стоит ли вообще. Так, а на часы... Так, извини, Мельник, что-то немножко застрял. Ну все, давай наверх. Так, у нас часы, посмотрите. Где у нас это показывает? А, вот он. Патроны как раз вот, посмотрите, вот, можно. 25 патронов, немало. Так-так. Похоже, никого нет дома. Вот таким образом можно смотреть на таком уровне сложности коросок патронов, столько. Этих. Смотри, 18 фильтр, что ли? Это концертный зал. Отсюда до башни 2 шага. Да. 2 шага. Заряжай оружие. Да я уже зарядил. А вот и стражи. Пожалуй. Стрелять. Там не звонит, что-то. Ну ты справишься, думаю, да? Да, точно справится. Давай-ка наляжем. Тянем, потянем. Тянем вместе. Готов? Угу. Тянем. Готов. Молодца. Нехило справился. Двинули. Ну да. Тянем, потянем, как репку, в общем-то, в сказке. Когда там детка за бабкой, бабка за собачкой, собачка за кошкой, кошка за мышкой. Мышка за дочкой. Дочка за крыской. Крыска за Лариской. Так, а вот сказка репка. Мы у башни. Повторяю, мы у башни.
Группа выдвинулась. Прием. Немножко, да, разбавить так атмосферу, точно. Хочет атмосферность. Говорят, что приближаются к башне. О, какая погодка-то. Луна светит. Санкт-Петербургская башня. Разрушенная. По-моему, еще в одной игре я видел такую Санкт-Петербургскую башню. Игра, по-моему, называется Симбионт. Тоже, в общем-то, не такая, по-моему, русская тоже. Или украинцам сделана, или для нашими сделана Симбионт. Играл, конечно, игра не очень, но... атмосферная, конечно. Там инопланетяне нападают на Россию, на Москву. И мы, в общем-то, каким-то обычным парнем играем, защищаем. Превращаемся к этому монстру. Что-то вроде прототайпа. Похоже, прототип немножко. Там наш главный герой мутирует какого-то мутанта непонятного, планетянина. Думаю, пройду потом эту игру. Симбионт. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Да, началось веселье. Мачья по трубам начала слиться. Спокойно. Да, патронов мне не очень много. Но хватит, думаю, кого-то убить. А вот убить, думаю, хватит. Так, патроны уже кончились. Это очень плохо. Да, вот такое вот начало. 8 дней до этого. Метро. Это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар. Но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх, пока не пришел он. Хантер, друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Ну да, точно. О, какие-то, видимо, картинки, что ли. Достопримечательностями нашего мира. Кремль. Да, красиво, конечно. Ух ты, Эйфелева башня. Небоскребы Нью-Йорка. О, Венеция. Где мы больше можем побывать в одной игре? Assassin's Creed 2. Вспоминается сразу же. Там где СС бегали. Так, у нас сам Петербург, что ли? Или нет? Так, это что такое? Суздаль? Не знаю. Что там еще? Владимир? Такой другой город. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Ну, хорошо. Так, ладно, пока выключим свет. Будем экономить энергию. В этом мире. Так, а это что у нас как раз книга, по-моему, как раз по которой сделана была игра «Метро 2033» Дмитрия Глуховского. Ну, не знаю, книг, конечно, не очень. Я вообще даже не знаю эту книгу. Так, немножко в Википедии посмотрел про нее. Там основную сюжетную линию немножко почитал. И, в общем,
конечно, там действия, которые происходят в игре, и действия в книге, которые описаны, это очень большие различия между ними. То есть там, конечно, основа передана в игре, но так-то немножко много чего поменяли там, по-другому описали. Ух ты, какие красивые картинки-то. Биг Бен, пирамида в Гизе. А, так, ладно, идем. Так, а пока гитарку нам играть можно, но за вспышку за это мы не получим. Так что пока что. Пойдем, главный, пойдем. Так. Ну, конечно, главный герой у нас Артем, так и вообще как и книги. Зовут его так. Дерьмо, так. Свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Ну что ты хочешь сделать черными? Найти и уничтожить? Да не смеши. Такие дела, брат. Привет. 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 Что скажешь? Ничего не скажешь. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Угу. Привет. Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Что еще скажешь? Вам больше ничего не скажет. Так, немножко тут не тормознуть немножко. Сереженька. Так. Привет. Сереженька, моего никто не видел. Просто Сережа. Они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Так, надо послушать весь его разговор. Он что-то еще скажет. Все под контролем. Послушай, что говорят люди. Многие хотят валить со станции. Леша. Леша, боже. И мы получаем вспышку. Что же делать? Да? Где ты, Леша? Мам, не хотел тебя отпускать на этот дежурство. Пойдем, Артем, пойдем. Что ты, иди, иди, пока. Леху кто-нибудь видел? Леху Рыжего. Мой брат в лазарете. Не знаю, выживет он или нет. Петр. В пекле оказался. Врач ничего не говорит. Еще одну вспышку получаем. Это опять черные были, да? Поговорить с этим мужиком надо. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артем. Привет. Сейчас мы это тоже послушаем, тоже получим вспышку. Что нам скажет? Давай. Мы тут в осаде. Родные рвутся к раненым своим. Все, вспышка есть. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Да, черные ситуация очень. Не сразу. Но они словно разрывают нам мозг, душу рвут. Так, идем к этому. Вспышку снова получаем. Так, сколько до раненых, офигеть просто. Да, дела не очень, конечно, да. Явно видно. Может, ты все им скажешь? Боже, когда же это закончится? Я больше не могу. О, Господи. Ну да. Вот столько офигеть-то. Зубичных просто людей. Это явно все черные, что ли, с ним так устарили. Да. Не могу. Не могу. Добраться. Добраться. На кого добраться? Да ладно, успокойся. Не выходит. Нет, нет, проваливайте, не трожьте меня. Может, здесь какие-то патроны есть? Навряд ли. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. О, вот сам Хантер пришел. Рейнджер Полис один из рейнджеров, точнее. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Да, нифига с ним. Груз. Спасибо. А теперь закройте ящик. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Да уж. Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. О. Держи. Давай. И снова это получаем вспышку. Мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дело? Что-то... Еще одна вспышка. Страшное.
Черные, да? К черту детали. Так, в общем, продолжаем. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это... Они же сверху. Только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, Жирный. Бери своих, закрывай туннель. Хантер. Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед, пошли! Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Ну, шмидлом автомат, конечно. Ну ладно, сойдет. Так, сколько у нас патронов-то? О, черт, немного. Где же они вылезут? Немного они патронов. Они придут сюда. Больница 8. Рядом. Запах крови. Ну да. О, полезли уже. Это, видимо, где-то не черные, нюхачи какие-то. С носом прям как муравьи, это муравьи-то. Черт, где? Да, херов взяла. Конечно, все. Блин, да. Скотин, давай. Все-таки одну решетку убили. Артём, точнее, две. С тобой все нормально. Конечно, этот-то не пропадет. Да уж. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих коменовусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Да. Вот такая завязка сюжета.
первой миссии сообразно был флешбэк, то есть показывали нам то, что произойдет потом в будущем. Так, глава первая, в путь. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Так, немножко тупанул, ну ладно. Колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маме. Наконец-то. Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. А вторая миссия была такой, ну, вот начало красотной игры. Вот стот, перевертоться, кушает компот. И там еще показали, что, знаешь, явно угроза черной кабы. И мы должны дойти до полиса и найти мельника, что он там что-то может справиться с этой угрозой. Так, поиграем на гитарке, получим еще одну вспышку. И, в общем, да, мы будем как раз всю игру идти до полиса. Извини, Артём, почти что. Пока закрыто. Только дозорные могут где пройти. Где ты вообще эту запись нашел? Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Ладно. Точно не жалею, что купил ее. Так же меня достало все это. Чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Ну, да. Мама, ты была права. Теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, блин, дает. Давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда за этой вспышки мы не получим. Мы покажем, так что можно не сложить так-то. Интересно, что ты снял. Хорошо, я нарисую. Слушай, хорош уже рассказывать мне эти кошмары. У меня свои скоро. В ближайшие 50 лет нам не грозит подняться на них. Так что спи спокойно, дорогой товарищ. Ну вот, этот мужчина, такой импозантный, оборачивается ко мне и говорит: девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. Ну а я ему: никого нет дома! А он мне: ну вообще-то, я как бы не жена. Невозможно. Петя, это ты! Вперед, из песни. Ну да, конечно. Ты прав, парень, везде грязь. Да и от тебя подванивает. Ну даете. Так, а здесь у нас. Это смотри-ка, кто-то чистюля. Под ноги смотрит. Слушай, дай поспать, а? А то мне скоро на дежурство. Ну ладно. Ой, не будем мешать. ВДНХ? Да, в общем, на этой станции мы находимся сейчас, на которой он и живет, наш главный герой. Знаешь, как я за тебя волнуюсь? Никогда, никогда больше не делай так. А мне кто там? Хорошо, пап. Извини, я больше так не буду. Ну ладно, так. Так, по-моему, этот... Артём, прошу тебя, скажи. У меня сын болеет, Антошка. Ты не мог бы, неловко как, хоть пару патронов дать нам на лекарства, а? Я тебе верну, как только смогу. Так, ну дадим, конечно же. Спасибо. Получим вспышку. Есть еще добрые люди. Это повлияет на хорошую концовку. Привет. Все в норме. На что жалуемся? Да ни на что, ты че? На че жалуешься, интересно? Так. Здесь можно что-то купить. То, конечно, оружие. А, ну, птички только. Приличная пушка. Рад, что мы договорились. А, птичку. Без хорошего. Больше ничего пока не надо. Нету солдата. Опять наш хаос. Давай, вставай, скотина пьяная. Артём, можно ты-то еще не женат, наслаждайся, чувак. И конфеты. Ну да. Как это могло случиться? Ну да уж. Радаем, веселим, весело, весело, конечно. Если ты не встанешь, я вернусь. Так, может эти продать пока что. Хотя, ну давайте согласимся.
пусть 2 лишних будет патрона золотых. У нас эти патроны деньги, в общем-то, которые выделены. Которые выделены таким желтым цветом. Калибр 5.45, по-моему, или как там. Они у нас как раз вот патроны деньги своеобразные, и мы за них вообще потом будем. Как раз можем купить и броню, и патроны, и, в общем, аптечки, и фильтры, и там динамит, и, в общем, все много чего. Так что их надо стоит беречь, конечно. Не тратить пустую, не стрелять, хотя они больше урона наносят, но... но потом все равно могут понадобиться. Так что тратим только обычные патроны, не патроны деньги. Ну, в общем-то, все, здесь мы компом взяли, все здесь смогли взять. Ребята, Артём, слушай, можно я тебе твою книженцу завтра отдам? Не дочитал еще. А, метро 2033, что ли, у него книга-то? Точно. Ну, читай. Чё, Артём, ты чё, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй вооружейную и прибарахлись как следует. Ну да. Так, весь у нас вооружейный, по-моему. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? А ты типа родился с калашом в руках. Солдатами становятся? Ни черта не так. Есть люди, которые торгашами рождаются или шлюхами. Солдат — это призвание, понял? Да брось. Родился с двумя руками, двумя ногами и одной головой, что намного важнее. Значит, годен к воинской службе. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука. Это точно. Эй, Артём! Тебе оружие нужно? Ну да. Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй смешно короткими очередями и патронов не забудь набрать. Ну давай патроны. Вот таким патронами мы должны стрелять. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Ну, занесет еще. Аптечки, даже, по-моему, 3 или 2 раза. Всякий пожарный. А может, даже 4. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться, окей? Окей. Прикольный мужик, конечно. Так, перезарядим-ка. Так, сколько у нас там патронов-то? Ну, маловато, конечно, да, ограничен арсенал. Количество патронов, точнее. Так, чуть немножко подвисло вдруг. Чё-то. Ну, нормально стреляет. Хм. Отлично все. Другое оружие потом перезарядим. Давай, проходим. Так, ну все, в общем. Осталось только зайти к этому отчиму, наш главный герой, поговорить с ним. Тоже получим вспышку. Я вот никогда Москвы не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой Москвы. И наш тоже скоро. И будем. Земля... Это долго там истории не будет рассказывать. Мы сами виноваты. О, привет! Ну чё, как? Да ничего. Вначале там кто и спасся. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Мы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантер засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Что слышно, они бойцы? От природы суровы, жестокие даже. Ты не такой. Можете так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Мы получаем тем самым таким образом. Пошли, когда нос увидел одну вспышку, вторую после двух разговоров. Все тихо. В общем-то все. Больше здесь, по-моему, вспышек нету, не должно быть, как я помню. Может, конечно, ошибаюсь. Так, погоди, мы где-то... Что слышно, бойцы? Кое-на чем не поиграли часами.
посмотрю, просто покажу кое-что. На всякий случай. Так, проходи ты, ёпс. Сейчас мы кое-что сделаем быстренько, что-то меня забыл. Без хорошего автомата, считай, да нету что, солдата. Что точно знаю. Стоит. Ой, извини. Там многие это балалайки еще сыграть надо еще, думаю. Так, на всякий случай. О! Еще одну вспышку получим. Больше вспышек, в общем, больше шансов получить хорошую концовку. Так что это пропускать не стоит. Если вдруг увидим какую-нибудь балалайку или гитару, то надо будет сыграть. Хоть, конечно, это бред полный, не знаю, зачем все это добавили. Без хорошего автомата, ну, ладно. Считай, нету солдата. Идем, в общем-то. Перрон номер 3. Здоровенький был, Артемыч, Яныч. Привет. Привет, Тём. Поросенка не хочешь приручить? Ну или там усыновить. Недорого. Смешно, да. Установили, конечно. Да нормально я держу. Слышь, ты в командир. О, нет, ничего не могу не соединяешься. Удачи. Угу. Какая свинька-то. Как насчет помочь Рапсиле? Да ладно, забей. Шутка. Погрузка и разгрузка. Артём! Сюда! Идем. Давай, блин, быстрее. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Ну, готов. Конечно. Готов? Тогда двинули. Ну, я как говорил, наверное, еще даже в прошлом летсплее еще по этой игре, что озвучка здесь, конечно, похожа на сталкеровскую озвучку. Те же, в общем-то, люди озвучивали, видимо. Но игры, конечно, вы делали это. Украинцы, да и... Артём, садись сюда. Почти что выход из GSC Game World. Хоть там они ушли, да, еще выход от сталкера Чин Чернобыль основали свои студии, которые вот... Типа того. При помощи уже которой они сделали две игры уж даже. Не вопрос. И 7 метров. Не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Да. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну да. Как? Готовы немного? Весело будет поездочка, конечно. Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Так, ну ладно. В общем, на этом месте пока завершу свое прохождение хардкорное по игре Metro 2033. С вами был Dark Space 96, Михаил. Всем удачи. До скорой встречи. Пока.